Добрый день, с вами Дина Краснова. И в этом видео я вам расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 можно отразить расходы по ДМС. В нашем примере компания заключает договор со страховой компанией на сумму 36 тысяч рублей. Здесь мы для примера возьмем только одного сотрудника. Срок договора 1 год. И посмотрим, как нам отразить уплату страховой премии и также как будет списываться частями в течение года данная сумма. Для того, чтобы оформить оплату страховой компании, мы должны сделать платежное поручение и банковскую выписку. Но здесь я в программе не буду делать платежное поручение, его можно делать сразу из клиент банка. Я сразу сделаю выписку. Переходим в банковскую выписку, выбираем списание. Указываем дату. Вид здесь будет прочее списание. Можно указать номер документа. И нужно указать нашего контрагента, страховую компанию. Здесь у меня такого контрагента нет, я его создам. Для упрощения все реквизиты вносить не буду, внесу только название. Выбрать сумму 36 тысяч у нас. И счет дебета 76.09. Дальше еще раз выбираем контрагента, добавляем договор и укажем его номер. Далее статью расходов нам нужно указать. Платежи по договорам страхования, если нет, можно создать. Вид движения, прочие платежи по текущим операциям. И можно записать и закрыть, и выбрать. И в назначении платежа укажем, что это за платеж и по какому договору. Далее нажимаем «Провести и закрыть» и смотрим проводку. По документу 760951. Далее нам нужно учесть эту премию в разрезе работников. Но здесь у нас как бы один работник, поэтому мы просто эту операцию в полной сумме перенесем. Если работников несколько, тогда нужно эту сумму разделить на работников, то есть и сделать данную операцию на каждого работника в отдельности, которую мы сейчас будем делать. То есть нам нужно учесть этот платеж в разрезе работников. Для этого мы переходим в раздел «Операции», «Операции, введенные вручную», и создадим новую операцию. Дату можно такую же, указать содержание. Давайте здесь на следующий день возьмем, чтобы нам на выходные не попасть. И добавляем. По дебету здесь будет счет 760119. Здесь нам нужно выбрать подразделение, в котором у нас находится работник. Мы будем делать на нашего директора. Поэтому директор у нас в администрации, подразделение администрации. Дальше здесь нам нужно выбрать организацию. И нужно создать новый расход будущих периодов, потому что сумму по этому договору мы будем списывать частями. Нажимаем «Создать» и указываем. Здесь на каждого работника нужно вносить отдельно. Но в данном случае у нас один работник для примера, директор Маслов. Вид для НУ выбираем страхование на оплату медицинских расходов. Вид активы, здесь прочие оборотные активы, сумма у нас 36 тысяч. Если у нас вот здесь вот была общая сумма на всех работников, то есть нам нужно разделить на каждого работника и здесь указать сумму на одного работника. Признание у нас по календарным дням будет. И период списания мы возьмем с 13 по 12 января следующего года. Счет затрат, поскольку это администрация, здесь будет 26 счет. И нужно указать статью затрат. Но здесь такой статьи нет, нужно ее добавить. Нажимаем «Создать», указываем ДМС. И вид расхода здесь должен быть перечни, мы его просто выбираем. Вот это добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов. И выбираем эту статью, нажимаем «Записать и закрыть», выбираем документ. Далее по кредиту указываем счет 76.09. И здесь мы тоже указываем нашего контрагента и договор с ним. Сумма здесь будет у нас тоже 36 тысяч. Если у нас несколько сотрудников и мы платили в общей сумме, нам нужно эту сумму разбить и здесь вторую строчку, третью и так далее добавить еще работников и для каждого создать, как мы будем эти расходы списывать. Соответственно, свой способ. Нажимаем «Записать и закрыть». И теперь, когда мы будем делать закрытие месяца, у нас будет эта сумма, 1/12, вернее, от этой суммы списываться. Для того, чтобы сделать закрытие месяца, переходим в операцию «Закрытие месяца». Здесь вот у нас появилось списание
расходы в будущих периодах. Можно сразу весь месяц закрыть, можно сделать только эту операцию. Давайте я перепроведу и выполним операцию. Посмотрим проводки. Здесь у меня еще были расходы, которые списываются ежемесячно. А наши расходы это вот эти вот 26,76019. Вот сумма 1/12 от 36 тысяч. Но там по календарным дням списывается, поэтому сумма не просто на 12 делится, она делится по календарным дням. Поэтому сумма такая. И здесь также есть нормирование по этим расходам. Давайте все тогда закроем уж. Потому что по медицинским расходам у нас есть нормирование. Нормирование идет от зарплаты, от суммы зарплаты 6%. То есть у меня сумма базы здесь 252, расходы в месяц. Но здесь посчитать, если здесь достаточно большая сумма получится, если на 6% умножить. Там 15 тысяч, то, соответственно, здесь у нас расходы намного меньше, то есть они полностью берутся. То есть они попадают в эту норму. А если бы у нас было больше, чем норма, соответственно, они признавались только в пределах нормы. И вот здесь, если закрыть еще 26 счет, посмотреть, 26 у меня списывается сразу на 90. По моей учетной политике здесь полностью сумма списывается и в бухгалтерском, и в налоговом учете. То есть из-за того, что попадаем в норму, никаких расхождений, соответственно, нет в бухгалтерском и налоговом учете. Ну и вот так вот каждый месяц, далее у нас февраль, март, апрель, то есть в течение года до января следующего года будет эта сумма списываться. Ну вот можно посмотреть, если здесь выполнить в феврале, а здесь, соответственно, сумма. Но здесь уже другая сумма, потому что в феврале там полный месяц, в январе там мы не с начала месяца списывали расходы, поэтому такая сумма. Ну и так далее. В следующем месяце еще будет списываться, в следующем еще и так далее. И здесь будет всегда сравниваться расчет долей списания косвенных расходов. И таким образом сумма в течение года полностью спишется на расходы. А вот таким вот образом в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 можно отразить расходы на ДМС. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала. Подписывайтесь на мой Инстаграм и Инстаграм проект. И подписывайтесь на остальные группы в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи на следующих видео.